Всем привет, ребята. Мы находимся на острове Пхукет, в Таиланде, на Патонге, в огромном супермаркете Big C. И сейчас мы посмотрим обзор цен и товаров в этом магазине. Все я, конечно, не обойду, здесь товаров просто миллион. Ну так, в общих чертах посмотрим. Ну, скажем так, за пару минут, находясь здесь, я сделал вывод, что цены здесь не очень. В частности, на сувениры, на одежду. Здесь, наверное, брать можно только еду. Все остальное цены завышены неадекватно. На рынке или в других магазинчиках, в том же самом 7-Eleven, они будут дешевле. Поехали! Это интересная штука от солнца. Алоэ вера, мы обгорели, пригодится. Конфеты с дурианом. Рис. Протеиновые батончики, 59 бат, 100 рублей, ну как у нас цены. Ну что, ребят, глаза разбегаются здесь что-либо выискивать. Я думал себе что-нибудь купить, и просто я не знаю, что смотреть здесь. Здесь очень много времени можно потерять на самом деле. И просто так шататься по этому супермаркету. Но если время не цените, вперед. Можно провести дегустацию. Наверное. И что же это такое? Это
сухой как кокос. Вкусно? Ну да. Так себе. Можешь подегустировать кокос. Сушеный дуриан. Где здесь? Или сушеная манго? Сколько оно стоит? Ух, ё. Что-то цены конские на сушеную манго. А, это набор. 600 бат, но все равно это 1000 рублей. Нет. Нормально. Да ну нафиг. Ты посмотри, сколько там стоит. Чипсы, которые мы ели. Ну, кстати, попробовал чипсы с дуриана, так себе. Нет сахара? Угу, спасибо. Здесь уже вовсю объявление, что магазин закрывается в 10. А мы тут как бы не спешим уходить. Но пока не выгоняют, походим, поснимаем обзорчик. Кальмарчики, осьминожки. Squid snack. 160 рублей такая упаковка. Если в рубли перевести. Креветочки какие-то или что это? Да, сушеные креветки. Никогда не ел сушеные креветки, не знаю, нормально это нет. Мы тут пытаемся найти личинки каких-нибудь, какую-нибудь саранчу, пока не нашли. Это что? Какая-то рыбка. Грибы? Да. Вот это как вкуснятина, вот бы нам таких найти. Это же белые грибы или похожие? Не знаю. Какие-то интересные. Цены на мясо. Рисовый крекер. В общем, здесь, в этом месте, ребят, деньги можно слить просто адски. Тут все интересно, все прикольно, все красиво. А вот вкусно ли, это уже большой вопрос. Яйца, как у нас зимой, стоят. Недешево. Молочные коктейльчики вкусненькие. Многие товары они переводят на английский, но лучше, конечно, с собой какой-нибудь переводчик таскать, потому что даже все английские слова, встречающиеся, я перевести, к сожалению, вот не могу. Много что не знаю, что это. Это, наверное, лактозная без лактозы. Вот. Да. Азиаты и негры не переносят лактозу, поэтому для них молочные различные напитки делаются без лактозы. Здесь есть раздел с БПшками, просто сплошные БПшки. Любителям роллтонов здесь понравится.
Я, ребят, заранее извинюсь, конечно, полностью обзор я сделать не смогу, это просто невероятно много по времени занимает. Поэтому что есть, то есть. О, мандарины, 89 бат, дорого, у нас дешевле. А вот интересные экзотические фрукты. Фрукт страсти, passion fruit. Как он по-другому? Dragon fruit еще, да? Это мы сегодня ели. Невероятная кислятина. Манго? Такие мягенькие, хорошие. Алкоголь здесь есть какой-то, в котором я не разбираюсь, пивко. Еще, кстати, заметил, у них почему-то дезодорант все мужские. Это либо шарики, либо газовые. А вот стиков у них тут нет. Сланцы взяли фирмовые за 400 с небольшим рублей с мягкой резиной. Надеюсь, долго прослужат. Head and Shoulders, смотрите, 200 рублей, как у нас до, скажем так, всем известных событий военных. Хоть прям Head and Shoulders здесь закупайся. Шучу. Чокопай, смотрите, 160 рублей с зеленым чаем. Такой я не пробовал. Ну, надеюсь, обзор вам понравился. Старался как мог, спешил сюда, под закрытие магазина пришел. Ставьте лайки, подписывайтесь и до скорых встреч, ребята. Пока-пока.